Вот так мы и живем. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова Настя. Сейчас я занимаюсь тем, что спасаю свои бедные растюшки от жары. Ксюша у нас тоже сидит тут, спасается у окошка. Жарко ей, жарко. Так как у нас почти все окна южные, кроме вот этого одного, вся надежда на это восточное окно, потому что сейчас солнышка здесь нету. Чувствуется ветерок. Я открываю везде окна, в том числе и вот это, да, как вы видите, открыто. И получается сквознячок. Что я делаю? Сейчас я искупала почти все свои растения. Ну, половину уже убрала, потому что места всем не хватает. Что я делаю, да? Получается, я отношу всех в ванную, всех под тепленькой водой, не под горячей, под тепленькой такой, ну, градусов, наверное, не знаю, 20-30, под такой водой споласкиваю. Заодно это у нас профилактика и от вредителей, и чистота, да, потому что смывается пыль, смываются вредители. Такие как паутинный клещ, они не любят влагу, они любят сухость. В такую жару очень легко может напасть и тля, и паутинный клещ, и многие другие вредители, которые любят сухой воздух. Поэтому такой метод, я вам скажу, да, является еще и профилактикой против вредителей. Здесь у меня еще вот замик, посмотрите, они просто балдеют. Здесь у нас восточное окно и температура 30 градусов. Чуть позже я выйду на балкон и покажу, какая температура у меня на балконе. Ветерочек дует. Не сильно, конечно, но все же он есть, сквозняк есть, движение воздуха есть. Даже Ксюша вот балдеет. И, кстати, не только с обычными, да, растениями комнатными я такой метод спасания, так скажем, провожу, но и вот с орхидеями. И, кстати говоря, вот пока я не забыла, я обязательно... Знаю, что многие говорят, мне не нужно делать этого, все проветрится, но, как говорится, береженого Бог бережет, да, Ксения? Смотри, ну поздоровайся. Да-да-да, она сейчас еще может начать облизывать эту воду, она у нас любит пить воду, которая предназначена для цветов. Постоянно вот это вот ее поильник она считает. Стоит он у меня на полу. Сейчас я просто, чтобы окно вот так вот сквозняком не ударило, не прихлопнуло, поставила. Так стоит на полу. И Ксюша у нас ежедневно там пьет свежую водичку. Вот, обмакнула все во всех пазухах. Тоже сейчас обмакну на всякий случай. Хотя, в принципе, этого сейчас можно и не делать, потому что, видите, вот ветерочек дует. Шевелится даже вот листья. И вот смотрите, да, насколько жарко моим орхидеям. Вроде бы вот у этих листьев тургор хороший, плотный, но молодые не выдерживают, им очень жарко. Поэтому вот такой вот метод мне очень нравится. Они сейчас станут твердыми, упругими, потому что я делаю это уже не первый день. У нас уже с выходных, в субботу я то же самое делала. Вот. Сейчас пойду покажу, что у меня на балконе. Вот на балконе у меня полностью закрыты все жалюзи. Окно наискосок открыто. Кстати, здесь пластиковые жалюзи. Ну, я бы не сказала. Мне как-то писали, что металлические больше жар как-то передают, что ли. Ну, в общем, пластиковые тоже не сильно удерживают, потому что вот 31,8, 31,2, да. Здесь мои томатики. Они тоже мучаются от жары. Вот. Еще один страдалец, это вот перец. Но я его уже буду выбрасывать, наверное.
Что-то он у меня весь болеет, то ли это тля его жрет. Да, кажется, его кто-то жрет. Ну-ка. Нет, это не вредители. Нет, это просто вот такие пятна, кажущиеся, как будто тля, да? Но это не тля. Ну, в общем, этого товарища я поливаю каждый день, и все равно ему очень жарко. Ну, горшочек ему маловат, скорее всего. Бегония вроде бы как чувствует себя хорошо. Фикусенок подаренный Катей. Кать, смотри, вот он. Я его посадила в горшочек. Он кажется большим, но он небольшой горшок. Там внутри дренажный слой хороший. И вот, вот так вот, в общем. Ну, в принципе, мне нравится, очень хорошо разросся. Там в тенечке стоит красавчик. Ой, забыла название, папоротник. Вот он, тоже ему более-менее нормально. Сейчас еще пойду купать вот этого товарища. Видите, как я его обрезала, и он тоже хорошо пошел в рост. И вот я уже сюда поставила антуриум. Вот, в общем, вот жара у нас такая, конечно, хорошая, можно сказать, да? Вот так вот я спасаю свои растения. Вот еще пришла я на кухню. Здесь, видите, у меня металлические. Они также держат, в принципе, я бы не сказала, что они горячие. Как бы нормально, тепло. Ну и тепленькие такие, но жар прям от них не идет. Вот, здесь получается у меня сейчас влажность 54. И температура 30 градусов. А вот термометр, который показывает улицу, смотрите, на улице 40 градусов. 40. 44 даже было. Вот. Ну, это, конечно, на солнце, скорее всего, 44, да? Но все же. И вот здесь мы тоже спасаемся от жары. Я также купала их. Свои растения, орхидейки. Пару дней назад тургор, посмотрите, какой хороший. Кстати, чем лучше тургор, да, у растения, говорят, тем меньше оно подвергается даже тем же самым ожогам. Вот как-то так мы спасаемся от жары. Напишите, пожалуйста, какие-то, может быть, советы. Мне будет очень интересно почитать. Я думаю, что также будет интересно почитать и другим подписчикам моим, да, как вы спасаетесь от жары. Потому что это сейчас очень актуально. Говорят, что весь июль будет аномально жарким. Расскажите свои секреты, лайфхаки. Вот. Будет очень интересно. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Желаю здоровья вам и вашим растениям.